Юмор ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко. Два кума беседуют, говорит, мне кажется, мы занимаемся немножко не тем. Я знаю, ты свистки продаешь на пляже, это несерьезный бизнес. Я хочу тебе более серьезное дело. Я видел, у тебя кабан бегает по двору с цепью такой. Понравился сразу. У меня есть свинья на выдании. Жозефина. Песочного цвета. Вот такая девка быстро идет на контакт, общительная. Если мы их познакомим с своим кабаном, понимаешь, куда я веду? Получится, поросята пойдут от любви. Потом еще поросята, еще мы вырастаем мясную ферму, потом мясной холдинг. Ты представляешь, он говорит, гениально! Приходит домой, смотрит у кабана хвост крючком, значит, кабан готов. Он усадил кабана в мотоциклетную коляску, одел ему каску на голову, привез знакомиться со свиньей. Произошла любовь с первого взгляда, баянист сыграл Мендельсона, фата, понятые, ну, все как положено. Весь процесс произошел так, как они и хотели. На следующий день опять одел каску кабану, посадил коляску, привез, опять все произошло, как они мечтали. И вот на третий день ему нужно ехать везти кабана, он жуткого похмелья, потому что, ну, страшно себя плохо чувствует. Жене говорит, Зина, посмотри, у кабана хвост крючком. Жена смотрит в окно, говорит, я хвоста не вижу, но каску он уже надел и в коляске сидит.